Третье место Масакеева Асема. Второе место Керимбекова Бегаим. Первое место Аджиходжаева Лайсан. После этого боя готовятся девушки 10-11 лет до 38 килограмм. Олимбетова Айсуна, Газпром, красный угол. Абдувалиева, Алтынай, Альтаир, синий угол. На церемонию награждения приглашаются юноши 8-9 лет до 25 килограмм. Время. Третье место Джанубеков Алинур. Второе место Искендеров Байтик. Первое место Усупбеков Ару. Джанубеков Алинур, третье место. Искендеров Байтик, второе место. Усупбеков Арун, первое место. На первый тренинг приглашают девушки 10-11 лет до 38 килограмм. Олимбетова Айсуна, Газпром, красный угол. Абдувалиева, Алтынай, Альтаир, синий угол. На третий даян, красный угол. Эрмикбаева, Анеля, Мурас, синий угол. Усубекова, Сизимгуль, капкан. Масурова, Ширин, капкан. Джуматова, Турдубан, капкан. Мурас, красный угол. Турдуев, Мухмурза, Прайд, синий угол. За ними готовится Абдулбатыров, Айтин, Газпром. Турдуев, Улумурза. После этого боя готовятся Абдуганиева, Жасмина, капкан, красный угол. Садырова, Айке, Ханатим, синий угол. На церемонию награждения приглашаются юноши 12-14 лет до 60 килограмм. Третье место. Бойцы второго даянга. Сыдыков Ахджол. Второе место. Туркин Артем. Первое место. Сапарбеков Мирбек. Бойцы второго даянга на середину. Сыдыков Ахджол, третье место. Туркин Артем, второе место. Сапарбеков Мирбек, первое место. После этого боя готовится Абдухатыров Айтин, Газпром. После этого боя готовятся Абдуганиева, Жасмина, Капкан. На первый даян приглашаются Айбек Кызыраяна, Прайд, красный угол, Кенгешова, Самира, Восток, синий угол. После этого боя на второй даян готовятся девочки 12-14 лет до 35 килограмм. Мусурбекова Айбеке, Газпром, Калсымбекова Айпери, Альтаир, Айбек Кызыраяна, Прайд, Капкан.
За ними готовятся Исиноманов Эмир, Газпром, Сагындыков Эмирлан, Капкан. После этого боя на первый день готовятся Паналова Нурсана Восток, Красный угол, Болотбекова Тамирис Фанатим, Синью. Подарю. Подарил. Все забирать. После этого боя на первый день готовятся девушки 10-11 лет, до 43 килограмм. Каналова Нурсана Восток, первое место. В этом бою победу одержал боец Красного угла. Болотбекова Тамирис Фанатим. Финальные бои. Болотбекова Тамирис Фанатим. Синий угол. Готовятся девушки 10-11 лет до 43 килограмм. Тургубаева Бермет Газпром Красный угол, Джолдошбекова Амина Алиф Синий угол. В этом бою победу одержал боец Красного угла. Бара, время. Джолдошбекова Амина Али. В этом бою победу одержал боец Синего угла и проходит финал. Касымбекова Империя остается. Джолдошбекова Амина Алим. На второй день приглашаются Курбанова Нуриза, Капкан, Красный угол, Касымбекова Империя, Альтаир, Синий угол. Бой за первое место. Амина! Амина! Амина выходит сейчас.
Джолдош Бекова, Амина, Алим. После этого поезда первое наказание. Мусурбекова, Абике, Газпром. После этой весовой категории на второй заем готовится. Девочки, 12-14 лет, до 40 килограмм. Тутманова, Руке, капкан, красный угол. Масурова, Ширин, капкан, синий угол. За ними готовятся Бегалиева, Алина, Фанатин, Юсубекова, Сезимгулю, Фанат, капкан. После этого боя на первый день готовятся юноши 8-9 лет до 25 килограмм. Орумбаев, Муслим, Альтаир, красный угол. Бейшенбеков, Ильяс, капкан, синий угол. В этом бою победу одержал боец красного угла. Дадаян. На первый Дадаян приглашается юноши 8-9 лет до 25 килограмм. Орумбаев Муслим, клуб Альтаир, красный угол. Бейшенбеков Ильяс, капкан, синий угол. Финал. Мусурбекова, Айбике, Газпром. Мусурбекова, Айбике, Газпром. Курбанова Нуриза, капкан, занимает второе место. Мусурбекова Айбике, Газпром, занимает третье место. Время. В этом бою победу одержал боец синего угла. За ними готовятся Эсиноманов Эмир, Газпром. Темирбеков Нурислам, Газпром. Бойцы на середину. Нет,
Баро, время. В этом бою победу одержал боец синего угла и занимает первое место. Путманова Руки занимает второе место. На второй таян приглашаются Бегалиева Алина Канатсим. Красный угол Юсубекова Сезикуль Капкан. Синий угол. Бой за третье место. Таян, время. В этом бою победу одержал боец синего угла. После этого боя готовятся девочки 12-14 лет до 45 килограмм. От Джухаджаева Лейсан Гасров, красный угол. Усенбаева Апеля, восток, синий угол. За ними готовятся Гущебаева Ханыкей, Ураз, Хайбагарова Зарина Капкан. Бойцы на середину. В этом бою победу одержал боец синего угла и занимает третье место. На второй даян приглашаются девочки 12-14 лет до 45 килограмм. Аджухаджаева Ленсан Гастром, красный угол. Усенбаева Апеля, восток, синий угол. Бой за первое место. Время, первый даян. На даян приглашается юноша 8-9 лет до 39 килограмм. На второй даян после этого Абдыбеков Адилет. На второй даян после этого боя готовится Дучебаева Ханыкей, Мурас Красный, Шермухаммад Фархат. Бойцам готовится заранее. Юноша 8-9 лет до 39 килограмм. Алдубеков Адилет Капкан, красный угол. Шермухаммад Фархат Дельта, синий угол. Финал. Баро, время. В этом бою победу одержал боец красного угла и занимает первое место. Усенбаева Апеля занимает второе место. На второй даян приглашаются Гущебаева Ханыкей Мурас, красный угол. Хайбагарова Зарина Капкан, синий угол. Минута на подготовку. Третий даян, время. Файпери Гаспров, Атвилачанова Асима, Альтаир. Готовится Азамов Ирнис, Капкан. После этого боя на второй даян готовится девочки 12-14 лет до 50 килограмм. Красный угол Дурбекова Айпери Гастро. Синий угол Абдилачанова Асема Альтаир. Бой за третье место. На первый даян приглашается Сахи Ризван, Дельта, красный угол.
Захридинов Нуриман, капкан, синий угол. Бой за третье место. В этом бою победу одержал боец синего угла. Да. Бой за третье место. Минбекова Зарина. Второй дайм готовят девушки 12-14 лет до 55 килограмм. Жембекова Зарина, красный угол, Илиазова Сайкал, синий угол. Победа одержал боец красного угла. Второй дай время. В этом бою победу одержал боец красного угла и занимает первое место. Третий дай красный угол. Абдыбеков Азирет, капкан. Синий угол. Махсатов Данияр, капкан. По программе Point Stop. Время первый троянг. В этом бою победу одержал боец красного угла. И занимает первое место. На второй троянг приглашаются девушки. Чебекова Зарина, красный угол, Ильязова Сайкал, синий угол. Юноша 89 лет до 43 килограмм.
Токтоулов Алихан, Капкан, Красный угол. Турсуналиев Амир, Альтаир, Синий угол. За ним готовится Темиралиев Нурислам, Капкан. После этого боя готовится Цубекова Карлгаш, Синий угол. Бой за первое место. Юноши 8-9 лет, до 43 килограмм. Тохтовулов Алихан, Капкан, Красный угол, Турсуналиев. Турсуналиев Амир, Альтаир, Синий угол. После этого боя на второй день готовятся девушки Абдрахманова Саида, Красный угол, Джусупекова Карлгаш, Синий угол. Бой за первое место. Третий день, время. В этом бою победу одержал боец синего угла и занимает первое место. Эвниспекулу Хамболот. Джоламанов Илимбек. Исаев Эрлан. Юноша 8-9 лет, до 43 килограмм. Турсуналиев Амир Альтаир, Красный угол. Темиралиев Нурислам, Капкан, Синий угол. Минута на отдых. После этого боя на второй день готовятся девушки 12-14 лет до 60 килограмм. Бой за третье место. Почуман Айбике, Газпром, Красный угол. Эргенбекова Альбина Альтаир, Синий угол. В этом бою победу одержал боец синего угла. На церемонию награждения приглашаются девушки 10-11 лет до 30 килограмм. Третье место. Мусаджанова Алия. Второе место. Время. Уанова Сауле. Дополнительная минута. Первое место. Джолдошева Айдай. Третий день. Красный угол. Махсатов Данияр. Капкан. Синий угол. Исиноманов Эмир. Газпром. За ними готовится Эрмикбаев Эдиль. Капкан. Абдубеков Азирет. Капкан.
Третье место Мусажанова Алия, спортклуб Ханат Тим. В этом бою победу одержал боец красного угла и занимает первое место. Второй дан приглашаются девушки 12-14 лет до 60 килограмм. Бой за третье место. Почумана Айбике Гастром красный угол, Асанбекова Айжан Альтаир синий угол. На церемонию награждения приглашаются синий угол. Девушки 10-11 лет до 38 килограмм. Третий дан время. Второе место. Боец красного угла и занимает первое место. В этом бою победу одержал боец красного угла. Второе место Абдувалиева Алтынай. Первое место Алимбетова Айсуна. Третье место Турдуев Улмурза. Второе место Субанбеков Азирет. Первое место Абдыхадыров Айдин. За ними готовятся Раимов Асадбек, Капкан, Аскаров Нурель, Альтаир. Надаян приглашается Эмильбеков Ислам, Дельта, красный угол, Бекбоев Бакыт, Газпром, синий угол. За ними готовятся юноши. Субанбеков Альтаир, второе место. В этом бою победу одержал боец красного угла и занимает третье место. Дамолотов Элит, Капкан, красный угол, Джуманалиев, Эмильбек, Капкан, синий угол. На второй дан приглашаются девушки. Бой за первое место. Юсупекова Карлыгаш, Альтаир, красный угол. Асабекова Аяжан, Альтаир, синий угол. Экбоев Балтыт, Газпром. На церемонию награждения приглашаются девочки 12-14 лет до 40 килограмм. Третье место. Третье дан время. Юсупбекова Сезингуль. Второе место. Кутманова Аруке. Первое место. Мансурова Ширин. Боец синего угла. 46 килограмм. Третье место. Азаматов Мираджидин. Второе место. Алика Фурмат. Первое место. Артыкбаев Эдинджан. После этого боя на второй день готовятся девушки 12-14 лет до 65 килограмм. Бой за первое место. Мамеджанова Даяна, Восток, красный угол. Арсланбекова Айша Альтаир, синий угол. На церемонию награждения приглашаются девочки 12-14 лет до 35 килограмм. Третье место Мусурбекова Айбике. Второе место Курбанова Нуриза. Первое место Касымбекова Айпери. Третье время.
После этого боя на второй дай приглашаются девушки Мабуджанова Даяна, Восток, Красный угол, Арстамбек. В этом бою победа одержал боец Красного угла. Бой за первое место. Второй дай время. Дополнительная минута. Время. На третий Даян. Красный угол. Оскомбай. Зай. Второй Даян. Время. За ними готовится. В этом бою победу одержал боец Красного угла и занимает первое место. За ними готовится Абдубеков Азирет, Капкан. Раимов Асадбек, Капкан. Третье место Темирбеков Нурислам. Второе место Абдубеков Азирет. Первое место Махсатов Данияр. На третьем даянге за ними на первом даянге за ними готовятся Захретдинов Умар, Капкан, Красный угол. На второй даянг приглашаются девушки Мамаджанова Даяна, Восток, Красный угол, Синий угол, Стабекова Айша, Альтаир, Синий угол. Бой за первое место. На церемонию награждения приглашаются юноши 8-9 лет свыше 43 килограмм. Второе место Исахов Нуртулей. Первое место Туркин Вадим. В этом бою победу одержал боец Синего угла. Второе место Аликов Урмат. Первое место Артыкбаев Эдильджан. За ними готовится Максатов Данияр, Капкан. Замолов Эли, Капкан, Красный Капкан. Угол. Ибрагим Матхамов, Иса, Капкан, Синий угол. После этого боя на второй день готовятся юноши 12-14 лет до 30 килограмм. Бой минута на отдых. Маманов Рамазан, Капкан, Красный угол. Шукуров Ибрагим, Капкан, Синий угол. За ними приглашаются Хаймирбеков Нурислам. Третье место. Второе место Абдубеков Азирет. Первое место Махсатов Данияр. Бойцы на середину. Первый даян. Исахов Нуртулей, второе место. В этом бою победу одержал боец Синего угла и занимает первое место. Исахов Нуртулей, спортклуб «Ханат Тим», второе место. Стоп, время. Второй даем приглашаются юноши 12-14 лет до 30 килограмм. Бой за третье место. В этом бою победа одержал боец Красного угла. Маманов Рамазан, Капкан, Красный угол. Шигуров Ибрахим, Капкан, Синий угол. Маманов Рамазан, Капкан, Красный угол. Шигуров Ибрахим, Капкан, Синий угол. Сахи Ризван. В этом бою победа одержал боец Синего угла и занимает первое место. Второе место. Шермухамад Фархат. Синий. Мабанов Рамазан, Капкан. Красный угол. Шукуров Ибрахим, Капкан. Синий угол.
На церемонию награждения приглашаются девушки 12-14 лет до 45 килограмм. Третье место – Айбагарова Зарина. Второе место – Устебаева. Второе место – Устебаева Апеля. Первое место – Аджихуджаева Лайсан. Мурзалиев Азамат Капкан, синий угол. Бой за третье место. За ними готовится Атаханов Бектур, красный угол. Шаменов Дамир, дельта, синий угол. Бой за первое место. Третий дань премия. В этом бою победу одержал боец красного угла. Усенбаева Апеля, второе место. Третий Даян, красный угол, Акылбеков Канат, Капкан, синий угол. Я сразу разобрался. На церемонию награждения приглашаются девушки 10-11 лет до 43 килограмм. Третье место, Тургунбаева Бермет, второе место. Каналова Нурсана, первое место. Жолдошбекова Амина. Девушки 10-11 лет до 43 килограмм. Третье место Тургунбаева Бермет. Второе место Каналова Нурсана. Первое место Жолдошбекова Амина. Время. После этого боя на второй день готовятся юноши Рахманкулов. В этом бою победа одержал боец синего угла и занимает третье место. Восток, надо я приглашаются. Бой за первое место. Шаменов Дамир. Атаханов Бектур, красный угол. Шаменов Дамир, дельта, синий угол. Юноши 10-11 лет до 34 килограмм. Бой за третье место. Оразалиев, Тынстык, красный угол. Канатбеков, Нурель, синий угол. Время. В этом бою победу одержал боец красного угла. И занимает третье место. На церемонию награждения приглашаются девушки 10-11 лет до 34 килограмм. Третье место. Абдыганиева Жасмина. Второе место. Айбек Кызырайяна. Первое место. Кенгешева Самира. Поэтому победу одержал боец синего угла и занимает первое место. Атаманов Бектур занимает второе место. Айбек Кызырайяна, второе место. Это я приглашается. Айбек Кызырайяна, второе место. После этого боя на второй день. Жумабеков Абай, Газпром, красный угол. Айсаев
Краснодар, Газпром, Синий угол. После этого боя на второй раунд готовятся юноши 12-14 лет до 35 килограмм. В этом бою победил боец Красного угла. Алабаев Паркет. И занимает первое место. Красный угол, Атыкеев Нариман, Синий угол. Новосема. Спортклуб Альтаир. Первое место. Затегова Джансая. За ними готовятся Ругальский Макар, Альтаир, Алыкулов Сыймык, Газпром. В этом бою победу одержал боец Синего угла и занимает первое место. Анарбаев Аркет, Красный угол, Алтыкеев Нариман, Синий угол. На церемонию награждения приглашаются юноши 12-14 лет до 45 килограмм. Третье место Темирбеков Нурислам, второе место Абдыбеков Азирет, первое место Максатов Данияр. Алтыкеев Нариман, Синий угол. Минута на подготовку. Юноши 10-11 лет, свыше 53 килограмм. Базарбаев, Абдукамиль, Дельта, Красный угол. Захретдинов, Баяман, Капкан. Синий угол. На церемонию награждения приглашаются юноши 8-9 лет до 25 килограмм. Второе место Орунбаев Муслим. Первое место Бейшенбеков Ильяс. В этом бою победу одержал боец Синего угла. После этого боя на второй день готовятся юноши. Уразалиев Раимбек, Красный угол, Касымбеков Азиз, Синий угол. Бой за первое место. На третий даян, Красный угол, Рогальский Макар, Альтаир, Синий угол, Алыкулов Сыймык, Газпром. На церемонию награждения приглашаются юноши 8-9 лет до 25 килограмм. Второе место Орумбаев Муслим. Первое место Бейшенбеков Ильяс. Бейшенбеков Ильяс. На первый даян готовятся Абдрахманов Айдарбек, проект Красный угол. Время. Второй день время. В этом бою победу одержал боец Красного угла и занимает третье время. Место. В этом бою победу одержал боец Красного угла и занимает первое место. Девушки 12-14 лет до 50 килограмм. Третье место. Юноша 10-11 лет. Абдиладжанова Асема.
Второе место Хайбагарова Зарина. Первое место Сатегова Джансая. 53 кило. На награждение приглашаются девушки 15-17 лет до 52 килограмм. Третье место Дюшенкулова Айпери. Второе место Халикова Айжан. Первое место Джумабекова Сезим. Дюшенкулова Айпери, третье место. Юноша 19 лет до 38 килограмм. Приглашается на первый таян. Абдрахманов Айдарбек Прайд красный угол. Эрзбеков Алибек Прайд синий угол. Сатаров Даниэль Прайд. Представитель Прайда, подойдите. В этом бою победу одержал боец красного угла. После этого боя на второй день готовится юноша 12-14 лет до 40 килограмм. Бой за третье место. Сатаров Даниэль, красный угол. Усейнов Айдык, синий угол. Второй день время. В этом бою победу одержал боец красного угла. Занимает первое место. На второй этап приглашаются юноши 12-14 лет до 40 килограмм. Бой за третье место. Сатаров Даниэль, красный угол. Усейнов Айдын, синий угол. Победу одержал боец синего угла. Первый даян, время. В этом бою победу одержал боец красного угла и занимает первое место. Ой, третье. На первый даян приглашается юноша 10-11 лет до 38 килограмм. Савенин Родион, клуб Прайд, красный угол. Кравцов Максим, Альтаир, синий угол. Бой за первое место. На второй этап приглашаются юноши. Акулбеков Канат, капкан, красный угол. Исанаманов Эмир, синий угол. Бой за третье место. Бой за первое место. Thank you.
Акылбеков. Время первый Даян. Время. Дополнительная минута. Сразу. Акылбеков Канат, второй Даян. Победу одержал боец синего. Время первый Даян. В этом бою победу одержал боец синего угла. Юноша 10-11 лет, до 43 килограмм. Сейчас Манов Баиль, Газпром, Красный угол. Зайнил Абдиев, Умар, Восток, Синий угол. Сетанов Баир, Газпром, Красный угол. На второй даян приглашаются юноши 12-14 лет, до 45 килограмм. Тимирбеков Нурислам, Красный угол, Хупутинов Максут, Синий угол. Бой за третье место. Далее за ними готовятся Азамов Вернис, Красный угол, Исламанов Эмир, Синий угол. Бой за первое место. Сизиханов Баиль, Газпром. Первый Даян. Время. Стой. Последнее действие. На второй Даян приглашаются юноши 12-14 до 45 килограмм. Тимирбеков Нурислам, Красный угол, Курпудинов Максут, Синий угол. Сизиханов Баиль, минута готовности. В этом бою победу одержал боец Красного угла и занимает первое место. На второй даян. Какие боевые. Второй даян время. В этом бою победу одержал боец Красного угла и занимает третье место. Третий Даян. Последнее действие. Два балла синего. На второй Даян приглашаются юноши. Азамов Вернис, Красный угол, Исламанов Эмир, Синий угол. Бой за третье место. Азамов Вернис, Красный угол, Исламанов Эмир, Синий угол. Бой за первое место. Я уже
кстати, они на одной ноге могут долго стоять? Я люблю их. Примерно сколько? Ну, больше 7 нельзя туда. Больше 7. Пока ты атаку не закончишь. Если ты можешь атаку. Третий день, время. В этом бою победу одержал боец синего угла. Время, первый даянг. В этом бою победу одержал боец красного угла и занимает первое место. После этого боя на второй день готовятся юноши 12-14 лет, до 50 килограмм. Масурова Ширин, Капкан, Синий угол, Жуматова Турдукан, Капкан. Анарбаев Амирхан, Синий угол. Бой за первое место. Ебать. Охуеть, растяжка. Давлетов Раян, Прайд, красный угол, Хасанбеков. Хасанбеков, Эрис, Абулбек, Прайд, синий угол. Завтра, что ли? Нет. Давлетов Раян, Прайд, красный угол, Хасанбеков, Эрис, Абулбек, Прайд, синий угол. Третий день, время. В этом бою победу одержал боец красного угла. После этого боя готовятся юноши Джапаров Азиз, красный угол, Алкулов Симон, синий угол. Бой за первое место. На церемонию награждения приглашаются девушки 12-14 лет до 60 килограмм. Третье место. Койчуман Айбике. Второе даем время. Второе место. Дополнительное место. Асанбекова Аяжан. Минута отдыха. Первое место. Дюсубекова Карлугаш. За ними готовятся. За ними Абдиев, Умар, Восток, Красный угол, Сулейманов, Бекболов, Газпром, Синий угол.
Надоян приглашается Зайнил Абдиев, Умар, Восток, Красный угол, Сулейманов, Биг Болот, Газпром, Синий угол. На церемонию награждения приглашаются юноши 12-14 лет до 30 килограмм. Третье место – Маманов Рамазан. Второе место – Рахманкулов Мухаммед. Первое место – Касымбеков Азиз. Сатаров. Первый день. После этого боя на второй день готовится юноша Джапаров Азиз, красный угол, Алкулов Симур, синий угол. Бой за первое место. Спортсмены, будьте готовы. Третий день. Время. Занимает первое место. Юноша 12-14 лет, до 60 килограмм. Бой за третье место. Сыдыков Абзол, клуб «Газпром». Красный угол. Алцев Эмирхан Альтаир, синий угол. После этого боя на второй день готовится юноша 12-14 лет, до 55 килограмм. Бой за третье место. На церемонию награждения приглашаются. Чакшутов Абзол, Прайд, красный угол. Турдуев Улукмарза, Прайд, синий угол. Юноши 12-14 лет, до 35 килограмм. Третье место – Анарбаев и Респект. Второе место – Касымбеков Азиз. Первое место – Орзалиев Раимбек. Третье место – Анарбаев и Респект. Первое место – Розалиев Раимбек. Третий даем время. В этом бою победу одержал боец синего угла. На второй даем приглашаются юноши 12-14 лет, свыше 65 килограмм. Бой за третье. На награждение приглашается Урусбаев Улумбек. Третье место.
Время. В этом бою победу одержал боец красного угла и занимает первое место. Эмирхан занимает второе место. После этого боя на второй ТН готовится юноши Ратбеков Нурсултан, красный угол, Стахбаров Искендер, синий угол. На церемонию награждения приглашаются юноши 12-14 лет, до 35 килограмм. Третье место Анарбаев Аргей. Второе место Касымбеков Азиз. Первое место Розалиев Раимбек. Судьи. Второй даем время. В этом бою победу одержал боец красного угла. Занимает третье место. Асубеков Азиз. Первое место. Урозали Эмбек. На второй даем приглашаются юноши. Ратбеков Нурсултан, красный угол, Стахбаров Искендер, синий угол. Бой за первое место. Раз. Церемонию награждения приглашаются юноши 12-14 лет, до 50 килограмм. Третье место Орусбаев Уланбек. Второе место Алпулов Слепых. Первое место Джабаров Азиз. Алхулов Слепых. Первое место Джапаров Азиз. Второй даем время. В этом бою победу одержал боец синего угла и занимает первое место. Ратбеков Нурсултан занимает второе место. На церемонию награждения приглашаются юноши 12-14 лет, до 35 килограмм. Третье место Анарбаев Арген. Второе место Касымбеков Азиз. Первое место Урозалиев Раимбек.
Потерялся черный Самсун. Кто нашел, верните. Занимает третье место. Хайбагарова Зарина остается. За ними готовится Мурзалиева Айдай Капкан. За парнем Хионгом 12-14 лет. Готовится парный Хионг 15-17 лет. На церемонию награждения приглашаются юноши 12-14 лет до 45 килограмм. Третье место – Темирбеков Нурислам. Второе место – Эсенаманов Эмир. Первое место – Азамов Эрнис. Бойцы на середину второго даянга. Бойцы на середину второго даянга. Третье место – Темирбеков Нурислам. Третье место – Темирбеков Нурислам. Быстрее строимся! В этом бою победу одержал боец красного угла. Третье место. Сыдрахбаров Искандер. Второе место. Алишев Эмиротхан. В этом бою победу одержал боец красного угла и занимает первое место. Хайбагарова Зарина занимает второе место. Юноши 12-14 лет до 60 килограмм. Первое место Сапарбеков Мирбек. Второе место Сапарбеков Айдар. Третье место Алишев Эмирхан. В этом бою победу одержал боец красного угла. Атов Даниэр. Сабенин Радион. Второе место. Thank you.
На церемонию награждения приглашаются юноши 10-11 лет свыше 53 килограмм. На церемонию награждения приглашаются юноши 10-11 лет до 43 килограмм. Третье место – Шишаханов Баэль. Второе место – Ашимов Эмир. Первое место – Рыскулбеков Турель. На вторую даянь приготовится возрастная категория 15-17 лет. Команда Хён. Команда Куба Альтаир, Куба Кавказ на середину. За ними готовятся Асанбекова Аяшан, Альтаир, Муртазиева Айтай, клуб Кавказ. Газпром 2, Капкан. На церемонию награждения приглашаются юноши. В этом проходит клуб «Кавказ» следующий круг. Следующая команда. Клуб «Альтаир-2», «Газпром», «Альтаир», команда клуб «Альтаир» Камчебеков Айдар, Абдилладжанова Асема, клуб «Газпром» Аджихаджаева Ниссан, Страхпаров Искендер. На церемонию награждения приглашаются юноши 10-11 лет, до 48 килограмм. В этом бою победу одержал боец синего угла. На вторую даянь приглашается команда Хён, 15-17 лет. Третье место Давлетов Раян. Следующий клуб «Альтаир». Баро. Клуб «Прайд». Прошу прощения, клуб «Прайд». Сатаров Ильязова. Сатаров и Ильязова. На церемонию награждения приглашаются юноши 12-14 лет, до 55 килограмм. Третье место – Турдыев Урфмурза. Второе место – Чарашбеков Мурас. Первое место – Хасымов Бекзат. На первое техническое, Ксаня. Если хочешь, магистрат можешь приехать. Подождать меня. До 8, до 9. А потом вместе уехать и на сайте ЦОУ. Бля. Он сколько не будет? Азимус Абоним. Третье место. Турдуев Улукмурза. Первое место. Асымов Бекзат. Команды на середину. Асымов Бекзат. Первое место. Завтра пойду, давай. А что, на твоем второй, что ли? Да.
Клуб «Газпром» проходит в следующий круг. Следующий. Клуб «Прайд» Туркин Артем Макеева. Альбина. Можно врача? На третий даем. На церемонию награждения приглашаются юноши 12-14 лет до 50 килограмм. Третье место. Анарбаев Амирхан. Второе место. Джапаров Азиз. Первое место. Алыкулов Сеймык.